предлагаю поблагодарить каждого из музыкантов отдельно, все коллективы. Это камерный хор РГППУ. Вокальный ансамбль Уральской государственной консерватории имени Мусоргского и руководителя Александра Шумилина. Камерный оркестр студентов консерватории и Свердловского музыкального училища имени Чайковского. Один из наших солистов – Регина Галяутдинова. И Марьяна Гивандян. И, конечно же, дирижера, без которой сегодняшнего вечера бы просто не было. Александра Подволоцкая. Хочется поблагодарить всех участников, которые откликнулись на нашу просьбу. Принятие проекта этого. Это, конечно же, студенты РГППУ. Оркестр из Уральской консерватории государственной и училища музыкального имени Чайковского. И, конечно же, спасибо отдельно нашим солистам любимым. Нашего хормейстера, руководителя вокального ансамбля Уральской государственной консерватории Александра Шумилина.